А к чему приведет освобождение Бахмута к концу войны? Я сразу вам скажу, к гибели кучи людей. Наших соплеменников, наших воинов, наших мальчиков. Вот к чему приведет освобождение Бахмута. И больше ни к чему. Но точно не к окончанию войны и к миру. И даже если еще два города, которые не скажет нам президент возьмет, к чему это приведет? Ровным счетом ни к чему. Вот когда они ставят правильные вопросы, мы все в этой засаде сидим. Неправильных вопросов и ответов.